Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, из-за чего собака может отказываться от еды. Лающие друзья обычно обожают полакомиться чем-нибудь вкусным, поэтому отсутствие аппетита у собаки всегда настораживает. Из-за чего лучшие друзья человека могут отказаться от еды? И всегда ли за нежеланием собаки есть стоят страшные диагнозы? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные причины потери аппетита у лающих и разберемся, что к чему. Первая самая распространенная причина отказа от еды у собак – болезни желудка и кишечника. Если ваш питомец не только потерял аппетит, но еще и выглядит вялым, отказывается гулять и играть, это повод забить тревогу и незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу. Вторая причина потери аппетита – заболевание зубов и десен. Возможно, ваша собака не ест просто потому, что ей больно это делать. Старайтесь не пропускать регулярные осмотры зубов у ветеринарного врача. Только так можно предотвратить большинство проблем с ротовой полостью у животного. Потеря аппетита также характерна для периода, когда у собак растут зубы. В этом случае отказ от еды считается вариантом нормы. Третья распространенная причина – стресс. У вас дома появился новый питомец, а может, вы сменили место жительства или недавно у вашей собаки была операция? Не удивляйтесь, если после каждого из этих волнительных событий ваш лающий друг будет терять аппетит. Поддержите вашего питомца в период изменений, проявите ласку и внимание по отношению к нему, и его аппетит очень быстро придет в норму. Четвертая причина – неподходящая или некачественная еда. Если вы решили сменить рацион питомцу и сразу же после этого у вашей собаки пропал аппетит, возможно, дело не в животном, а в пище. Каждая собака имеет свои вкусовые предпочтения, и новые продукты ей могут просто не понравиться. Также большинство лающих отказываются от еды, если сомневаются в ее свежести и качестве. Пятая распространенная причина потери аппетита – жара. В летнее время года собаки днем из-за высоких температур часто отказываются от еды. Правда, ненадолго. Ближе к вечеру, как только жара спадает, лающие друзья отправляются на кухню за порцией чего-нибудь вкусненького. Шестая причина отказа от еды – течка. Во время половой охоты многие собаки теряют аппетит. Когда такой период заканчивается, лающие снова начинают питаться в привычном им режиме. Причин, почему собака может терять аппетит, много, и все они разные. Каждая требует своего подхода и лечения. Следите за здоровьем вашего питомца и при серьезном ухудшении самочувствия собаки незамедлительно обращайтесь к специалисту. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!